Что ты делаешь? Блюдом. Какое? Что тебе нужно сделать с ним? Мне нужно теперь наделать вот таких штучек. Зачем? Чтобы сделать стенки. Из чего? Из сыра. То есть ты берешь сыр и что с ним делаешь? Размельчаешь? Размельчаю, да. А потом? Сначала... С едой играться нельзя, ты же в курсе? Играться с едой нельзя, или ты готовишь себе? Готовлю. Чтобы потом что? Не жевать? Не жевать, а кушать. Вообще-то нужно жевать, тщательно пережевывать пищу. Если, окажется, не пережевал, не скрученным до конца, значит, я... По-моему, ты играешься с едой. Я тебе порезал сырок, а ты что из него сделаешь? Искрольчённый сыр. Искрольчённый? Угу. Это из как, из крольчат, что ли? Нет, это маленький, значит. А потом ты его съешь? Угу. Я жуем. Ты хитрюга. Режем. Ты его точно съешь? Угу. Искрольчаешь? Угу. Ну, как это называется? Искрольчение. Искрольчение? Ты прям поварёшка, да? Угу. А, искрольчённый будешь потом есть? Угу. А целиком есть не хочешь, жевать, да? Угу. Надо жевать, Кира. Пережевывать. Если оно будет не искрольчённым до конца, я это изжую. Ты прям кулинар. Угу. А вы что думали? Мы ничего не думали. Мы знали, что ты кулинар по искрольчённому сыру. Мне бы еще крабовых палочек, и я блюдо сделала. Блюдо? Угу. Сырно-крабовые палочки, запеченные в духовке с колбаской. Да. И сосиска. Измельченные. И сосиску, и колбасу еще бы. И что это было бы? И крабовые палочки, и майонезик добавить. Получился бы крабово-майонез на сосисочный салат? Угу. Колбасу забыл. Ну, сосисочный? Или сосисочно-колбасный? И сосиску еще добавим. Вкусно будет. Будет мой шедевр. Пожалуйста. Что, сосиску принести? Угу. Это ты играешься с едой. А едой играться нельзя. Я не играю. Вот чтоб съела все. Угу. Угу. Накупаются вот это вот дети, а потом играются. Салаты придумывают. Да. Да? Сами придумайте, сами и отравитесь, наверное. А чё это отравимся? Ты же у нас знатный повар, поварёшка. Угу. Я вам покажу некоторые приемчики. Хотите? Какие? Нужно делать очень полезный салат. Ничего не переборщить и сделать столько, что сколько вы сделали другого. Понятно? Ничего не понятно, но звучит очень вкусно. Ну все, говори всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ты еще будешь много готовить? Угу. Вкусняшек? Да. Все, 3 осталось. Что, измельчить? Угу. Ну, маши всем пока-пока. Угу.